это молоко, молочные продукты, все продукты. Ну сейчас начнется! Кто тебя любовь придумал? Или бог, или шайтан? Всем привет, это «Головой об лёд», главный проект о хоккее в Казахстане и всей околоспортивной темы вокруг него. И что самое главное, здесь не спрашивают про план и настрой на игру. На, серьезно, ты не верил. Федерация хоккея Казахстана официально признала проект «Головой об лёд» главным и лучшим в стране. И если завтра ребята откажутся от своих слов, у меня все заскринено, все запротоколировано. Но если серьезно, спасибо вам, коллеги. Дай бог вам здоровья. Очень радует, что у людей Федерации хоккея Казахстана есть чувство юмора, только самоиронии, и они не обижаются на конструктивную критику и на обычный юмор. Это очень радует. А то ведь есть ребята, которых я реально уважаю, а они что-то дуются на меня. Также я хочу сказать очень важную вещь. Дело не в медалях и кубках, дело в самой этой номинации. Ведь до прихода меня, до прихода проекта «Головой об лёд» этой номинации раньше не было. Как ни крути, а проект «Головой об лёд» все-таки меняет сознание людей, меняет наш хоккей к лучшему, ну вы понимаете, о чем я. И это очень радует. Сейчас самый пик лета, говорить о хоккее долго, это слишком уныло и занудно, поэтому сейчас легкий такой летний выпуск о всем том, что происходит в этом межсезонье в нашей любимой лиге. Вселенная казахстанского хоккея, как и солнечная, полна яркими планетами, командами, где, возможно, есть жизнь. Но также в этой вселенной есть и клубы «Черные дыры». Они высасывают бюджеты целых регионов, не предлагая взамен абсолютно ничего дельного, кроме полного игнорирования детских школ, подготовки и формальных обещаний. Процветающей живой экосистемой или черной дырой, замаскированной под планету, будет 10-й участник нового чемпионата, клуб «Актобе», покажет время. Ожидания действительно велики. Главным тренером нового клуба станет хорошо известный всем, кто разбирается, что такое хук, а что такое апперкот, Сергей Мирошниченко. Он хоть и носит цивильный костюм, но все знают, что Сергей досрочно завершил несколько карьер и потушил немало храбрых сердец. В наставнике Сергей переквалифицировался довольно быстро. Своему легендарному капитану Иртыш не делал пышных проводов. Более того, как написал сам Мирошниченко в своем прощальном тексте в сети Facebook, его вынудил покинуть клуб тренер, которого Сергей в том посте назвал крепким словацким термином. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. Новая команда, понятное дело, в экстренные сроки приглашает всех, кто свободен на рынке игроков. Итак, пристегните ремни, контракт с «Актобе» уже подписали Евгений Пашков, Ильшат Билалов, Андрей Спиридонов, Илья Горожанинов, Михаил Смольников, Павел Копытин, Андрей Огородников, Джейсон Стэтхэм, Максим Худяков. А, нет, Худяков все-таки решил остаться в «Торпедо». И это только пока те фамилии, что стали известны СМИ благодаря их агентам. Есть среди новичков и такие игроки, как Никита Циренок. Среди защитников именно он должен взять на себя бремя лидера, если, конечно, ему позволят. Одним из первых, кто озвучил план предсезонной подготовки, был, как это ни удивительно, клуб «Кулагер». А все потому, что в этом плане ничего особенного. Они, как и в прошлом году, не поедут в Европу и другие направления, а будут сидеть дома. Но не удивляйтесь, если в конце сезона вы увидите именно их среди призеров. «Кулагер» — единственный клуб, кто почти полностью сохранил свою задорную банду. Команда подписала Дениса Клемешова. Я одобряю ваш выбор. Вы знаете, очень масштабный человек. Два символа «Кулагера» переподписали контракт с клубом. Первый — это постоянный зритель проекта «Головой об лёд» и вообще легенда клуба Ильгиз Нуриев. Также в новом сезоне мы увидим и старого доброго чебурашку Дамира Рамазанова. Напомним, по версии некоторых болельщиков и даже официальных работников РТШ, именно этот сказочный персонаж выбил павлодарцев в первом раунде плей-офф. Это я, Чебурашка.
Но самое удивительное, как клубу с бюджетом Кулагера удалось сохранить Стасюка, Исмагилова и Хозяшева. Или вернее даже так, почему другим клубам не нужны такие бойцы, как Стасюк, Исмагилов и Хозяшев. Удивительно, что после такого сезона другие клубы не захантили этих ребят. Зато в топовые команды переехали игроки, которые просто провалили сезон. Ну, у них сильные агенты. Ну бред же! Ну бред! Вообще, этот выпуск должен был выглядеть совсем по-другому. Я планировал, что все свежие новости нашего хоккея мы обсудим с тренером РТШ Алексеем Фетисовым, но он проигнорировал мое сообщение. Вместо коуча со мной на связь вышел специалист клуба по непонятным вопросам. Она сообщила, что больше не стоит беспокоить тренера по таким пустякам. И вообще, стоило бы заранее прислать полный список вопросов. Да, от таких слов Константину Чубенко пришлось экстренно ставить систему. Сердце закололо. Даже самый провальный в истории клуба тренер Лубина просто советовал читать книги. Судя лишь по фотографиям, сейчас можно сказать, что команда вышла из отпуска и они бегают. А еще бегают и бегают. Все радостно улыбаются. Грустит в компании этой молодежи только ветеран Александр Липин. Самое главное, что клубу удалось сохранить свою ценную инвестицию Титова и Самойлова. Хотя акул вокруг них в этом межсезонье плавало много. С ними в обойме болельщики могут рассчитывать на зрелищный хоккей. Вот уж кто точно будет отдавать себя игре. Все улыбаются, то ли анекдот кто-то затравил хороший, или сказал, что зарплату будут платить вовремя. Вот за то, что Илью Ланшакова привлекли к тренировкам, это прям респект. Главное, чтобы сам хоккеист не сбавил к себе требования и не проводил время в развлекательных клубах. Ударных вам сборов, ребята! Сейчас еще Рустем подъедет, и команда реально будет похожа на нашу казахстанскую. Пока во всем мире люди сходят с ума, пытаясь ногой открыть бутылку, известный хоккеист Алексей Анциферов поднял бокал с лимонадом за всех бродяг, опроверг информацию о переходе в Ермак, а затем заблокировал головой об лед в Инсте, тем самым выполнив все планы на это лето. Это не любовь, кричали люди, это не судьба, считали мы. Из отпуска вышли и другие клубы казахстанской лиги. В Темиртау чувствуется такая вот домашняя атмосфера. Здесь назначили нового главного тренера Евгения Королева. Сборы для команды необходимы, потому что здесь закладывается физическая подготовка, которая необходима игрокам в течение всего сезона. И сейчас идет подготовительный, естественно, период. Сейчас нагрузки не очень высокие, но нужно заложить, так сказать, фундамент физической подготовленности, чтобы ребятам уже непосредственно на льду было полегче. И именно на сборах происходит и ознакомление, и сплочение команды. Ребята, очень много новых ребят, поэтому здесь происходит и знакомство, и в коллективе, в хоккейной команде это необходимо. А хоккеисты Алтай Торпедо показали всем, что они реально хоккеисты. О тех командах и игроках, о которых мы не успели поговорить в этой первой части нашего влога, мы обязательно поговорим во второй. Так что следите за нами в наших социальных сетях, обязательно на канале YouTube. Здесь будет еще несколько интересных летних выпусков. И обязательно подписывайтесь на нас. Любите головой об лед, смотрите эту игру. Всем пока!